концерт симфонического оркестра Государственной филармонии Алтайского края. Художественный руководитель и главный дирижер, лауреат Государственной премии России, народный артист Бурятии Владимир Рылов. Петр Ильич Чайковский. Серенада для струнного оркестра в 4 частях. Кембриджский королевский университет затеял отметить наиболее выдающихся европейских музыкантов присуждением почетной степени доктора музыки. От России был избран Петр Ильич Чайковский. Перед композитором стояла довольно сложная задача. К этому времени он был автором множества сочинений, среди которых 5 симфоний, 7 опер, вокальные сочинения, камерная музыка. И вот Петр Ильич выбирает для дирижирования сочинение, казалось бы, скромное, которое не может поразить воображение слушателей треском и громом меди и ударных, чарующими переливами деревянных духовых инструментов. Это струнная серенада. Перед вами состав исполнителей, музыканты струнки, сочинение которое Чайковский, как можно выяснить из его писем и дневников, любил, может быть, больше, чем остальные свои сочинения. В чем же дело? Здесь, конечно, мы услышим и божественный свет, отбрасываемый недавно созданным храмом Христа Спасителя. Здесь, конечно, мы услышим и чарующие камерные сценки домашних гостиных. Здесь мы услышим и чудесный тихий шепот, повествующий о любви. Здесь мы побываем на народном празднике. Все это есть, как и в других сочинениях Чайковского. Но, может быть, именно эта серенада открывает дверь в загадочный мир внутренней жизни, который уже в то время современники окрестили загадочным миром русской души. Давайте попробуем разобраться в этих законах. Thank you.
Thank you.